Сегодня мы поговорим о новом сериале от телеканала ТНТ, который стартовал, да и, в общем-то, уже успел закончиться вот буквально неделю или две недели назад. Знаете, вот сейчас включаешь телеканал ТНТ, и там 80% их сетки вещания заняты сериалом «Саша Таня». Даже если вы прямо сейчас включите ТНТ, скорее всего, там идет сериал «Саша Таня». Его показывают утром, днем и вечером. Была бы возможность, его бы, наверное, транслировали вам прямо в мозг, пока вы спите. Поэтому, видимо, ребята с ТНТ посидели, подумали, посоветовались, и такие решили, мол, маловато будет сериалов про семейные парочки. Народ ведь требует. Вы же требуете? Нет? Странно. Тем не менее, встречайте еще один. Итак, сериал «Развод». Внимание, вопрос. Вы знали, что многие российские актеры, да не только российские, не имеют профильного образования? Одним из таких был Сергей Бодров-младший. Он историк по образованию. Сергей вообще не планировал связываться с кино. И тем не менее не упустил шанс изменить свою жизнь. Прикол в том, что такой шанс сейчас есть у каждого из вас. И вам не нужно ждать, пока он подвернется. Потому что вы в любой момент можете освоить новую профессию вместе со Skillbox. Skillbox — это знаменитая образовательная платформа, которая является номером один по качеству обучения. Здесь только востребованные профессии и актуальные навыки. Вдобавок, помощь трудоустройством и стажировкой. А их курс «Профессия специалист по кибербезопасности» — это идеальная возможность прокачать свое финансовое положение. Ведь кибербезопасность — тема, мягко говоря, современная. На курсе Skillbox вы научитесь искать уязвимости, предотвращать угрозы и обеспечивать безопасность IT-систем. Только не пугайтесь умных слов. Курс подходит абсолютно любому, вне зависимости от образования и сферы деятельности. Вас ждут онлайн-лекции со спикерами из таких компаний, как Тинькофф и Киви. Много практики с программированием на простых языках Python и Bash. А также два крутых проекта в портфолио по окончанию обучения. Кстати, первый платеж вносится только через 3 месяца после начала курса, но при желании его можно отсрочить на полгода. Ну и как же без подарков? Целый год изучения английского бесплатно. Вы еще здесь? Скорее переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код и меняйте свою жизнь, как Сергей Бодров. Хотя, в отличие от него, вам даже не нужно выходить из дома. А по моему промокоду у Woodmark вы получите скидку 50%. Промокод действует до конца месяца. Удачи! В начале первой серии нас встречает семейная парочка. Девушку зовут Илона, а парня Витя. Сейчас они занимаются, знаете, весьма таким напряжным делом. Они пытаются впарить свою конуру с перепланировкой и ипотекой другим дурачкам. Но, как вы понимаете, все это не так просто. Никто не хочет себе такой гемор... в смысле, подарок, счастье такое. Квартира отличная. Потолки 3,20. Ремонт только закончили. Ребят, да вы тут все переделали. Ничего не узаконили. Ипотека, это, конечно... геморрой. Капец, как дорого. Вы чё, скиньте процентов 20, тогда и поговорим. Вы, конечно, такие милые, но... Семья у Вити и Илоны типа счастливая. Наверное, продают эту маленькую квартиру и хотят себе найти гнездышко побольше, поуютнее. Сейчас подумали любители или любительницы всяких мелодрам, но нет. Они как раз таки в процессе развода. А врут потенциальным покупателям о своем семейном счастье, потому что... Риэлтор говорит, что у счастливых идиотов квартиры покупают лучше. Есть, кстати, еще нюанс. Мать Илоны не в курсе, что семейство распадается. Они зачем-то это от нее скрывают. Конечно же, квартиру никто покупать не хочет. Ты же знаешь, я ненавижу врать. Именно поэтому моя бывшая теща до сих пор думает, что она настоящая. Ты же в курсе, что у нее с сердцем плохо? А ты решил дождаться, когда у нее с головой плохо станет, и потом сказать? Ну, когда уж пофиг будет. Ну а мы, зрители, хотим юмор, это ведь комедия, правда? И он тут будет. Например, как вам заезженные тысячи раз подобными сериалами гэги, основанные на неловких моментах? Молчал бы лучше, из тебя ж квартиру не можем продать. А чё это вдруг? А кто у нас фанат ипотеки? Да кто ж знал, что ты здесь элитный ангар устроишь, а? Ты ж только пол с потолком не тронула. Даже окна на метр влево перенесла. Да мы будем год дебила искать, который на это все поведется. Я прошу прощения, у вас звукоизоляция в туалете так себе. В общем, мне не подходит. В общем, Илона отправляется на работу, Витя отправляется на работу, где они оба начинают компостировать мозги своими внутрисемейными проблемами и разборки друзьям /коллегам. 2 года назад я была полной дурой. 2 года назад она была богиней. Че ты меня пилишь? Че ты мне мозг выносишь? В итоге единственное, к чему у нее не было претензий, это к сексу. Все, стоп. Витек,
Извини, я домой. Но так как жить они продолжают вместе, с сериалом, как говорится, не соскучишься. Ведь сначала Витек привел домой друга, желая с ним вместе пожрать пиццу и поиграть в плойку. Так, инфантилы, ну-ка быстро свернули свою шарманку и прибрались тут, устроили свинарник. Илоне это не понравилось, само собой. Но кому бы понравилось, если бы вы просто мирно хотели полежать в ванной, а рядом с вами начали бы ссать по очереди какие-то левые мужики? Витя, придурок, напугал! Да что, не держали, что ли? Пятый раз за 20 минут. Паш, ты что, офигел, что ли? Ой, я не смотрю, не смотрю, я почти закончил. И ты не смотри. Пошел вон! Поэтому Илона на следующий день решает выкатить ответочку. Приводит подруг, с которыми они вместе сначала завоняли всю квартиру лаком. Вы хоть проветрите, у нас краска со стен слезет. Я смазала. Фигово. Стирай давай, заново накрашу. А потом решили сразу идти ва-банк с разговорами о месячных. У меня вообще цикл нестабильный. Плюс-минус 3 дня и начинается сразу, как из ведра. Никого не смущает, что я тоже это слышу. Поэтому я всегда пользуюсь тампонами. Ну, главное, привыкнуть поначалу, зато ни капельки мимо. Да, и вообще не паришься. Ну да, в принципе. Это очень удобно. Согласна. Кстати, что забавно, вот подобного рода реакцию на разговоры о месячных я видел исключительно в сериалах или фильмах вот такого вот дебильного толка. В реальной же жизни 99 из 100 мужиков отреагируют примерно так на такие разговоры. Я сижу бухаю, и мне вообще похуй. Вообще похуё. А если нормально так подбухнут, еще и по фану могут присоединиться. Далее зачем-то идут подробности их интимной жизни. Кто в какой костюм переодевался и так далее. А у меня бывший один раз притащил костюм Дарт Вейдера. Ну, типа для ролевых игр. Костюм Дарт Вейдера в ролевых играх. Это вообще как выглядело? Как в финальной сцене самого лучшего фильма с лазерным мечом из фалоимитатора, что ли? Витя, наслушавшись истории про месячные Дарт Вейдера или что-то вроде того, решает совершить, так скажем, фол последней надежды. Приводит любовницу. Вить, а ты же сказал, что ты развелся. Я и развелся. Это бывшая. Ты проходи, не стесняйся, она нам не помешает. Еще как помешает, а совсем оборзел сюда проституток водить. Которая как бы не любовница, ведь они в разводе. Но он приводит ее домой, который вроде как общий. Короче, все планомерно идет к конфликту. А ты чего лезешь в мою личную жизнь, а? Да плевать мне на твою личную жизнь, но я не позволю трахать, кого попало, в моей квартире. Вообще-то, это и моя квартира тоже, поэтому здесь могу трахать, кого захочу. Ясно? Кудряшов, ты мерзкая, отвратительная, животное. Все, больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Илона и Витя решают поделить всю квартиру напополам, разграничив ее изолентой и краской. Все пополам разделить, даже холодильник, например. И ложь. А поделись сосисочками, пожалуйста. А где моя сосиска? Где мои яйца? На следующий день приходит мама Илоны, которая, напоминаю, не в курсе об их разводе. И поэтому Илона почему-то решает ей соврать о том, что она беременна. Дождалась. А кто, мальчик или девочка? Ну хотя рано же еще, да и не важно. Поздравляю вас, да и себя тоже. Ну а дальше парочка идет в разнос, что называется, и решает разгромить всю квартиру. Просто потому что, ну, бить вещи, все ломать, это весело же или нет? Увы. Пусть голову сам гадать о цене. Зато к нам добры, счастливой тоски. Соловьи, лёсы щедры. Вы чё, дебилы? Вы чё, ебанутые, что ли? Вы в натуре ебанутые. Кстати, это же комедия, помните? Поэтому далее просто обязан, конечно же, произойти еще один гэг, основанный на неловкой ситуации. Прекрасные ребята, чистоплотные. Ой, а какой ремонт сделать? Знаете, я только сейчас сообразил, до метро далеко. Не вариант. До свидания. Номер мой из телефонов удалите. На этом первая серия подошла к концу. Вторая серия начинается с истории про соседей-мудаков, которые сексом трахаются за стеной и не дают им спокойно жить. Ну, им в смысле Вите и Илоне. Погоди, а там же вроде пенсионеры жили. Может, не тех таблеток купили? С таким темпом надо им скорую вызывать. Они 2 месяца назад съехали. Там явно молодые какие-то.
Совсем обнаглели, не дает людям спать. Это наталкивает героев на воспоминания о былом. Ведь они когда-то тоже были такими. Ни стыда, ни совести. И сами не спите, и нам не даете. Я ветеран труда. Сталина на вас нет. Мы в коммуналке 3 раза забеременели. И ни одного звука. Извращенцы! Кстати, основной конфликт серии будет основан на самом, сука, скучном ебанатстве, которое только можно придумать. На выборе обоев, блять. Короче, они всю квартиру типа отмыли, а вот одну стену не могут отмыть. Сначала Витя просто ободрал в одном месте обои. Потом зачем-то вообще ободрал по всей комнате. А потом вместо этого налепил туда какие-то обои, будто он пытался покончить с собой. Путем вызывания, опять же, у себя приступа эпилепсии. Это что за жесть? Ну, круть? Нет! Ведь это не смешно, это... Трэш какой-то, давай, сдирай это немедленно, убожество какое-то. Ну а чтобы зрители немного поумилялись, к Илоне и Вите приходят те самые соседи, чтобы познакомиться. И наши главные герои сначала это отрицают, но потом такие узнают в этой сладкой парочке себя. В прошлом, естественно, в годы их великой любви. Так здорово, сами все решаем, сами выбираем. Хотим, чтобы было очень уютно и красиво. Правда, Зай? Да. Все, как мы мечтали. Наше семейное гнездышко. В котором мы проживем долгую счастливую жизнь, полную радостных событий. Не, нихуя. Это даже их немного снова сближает. Ну, знаете, все эти теплые воспоминания о былом. Но вот беда, заготовленные подляночки, которые они друг другу устраивают. Например, Витек размочил Илоне всю кровать. Никуда не делись. Слушай, ну я это еще днем сделал. Ну откуда я знал, что мы помиримся? Ну я забыл. Ну мы хорошо посидели. Потом вылетело. У меня в кровати болото, она будет год сохнуть. Нет, 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 нет. Но правда есть и плюс. Теперь они будут спать на надувном матрасе. Но зато вместе. Третья серия начинается с того, что Витек решает слегка полебезить перед Илоной. Например, полить ее любимые цветы и дрожащим голоском об этом ей доложить. Ты такой молодец. Да ладно тебе? Но все это не просто так, конечно. Вите просто нужно, чтобы Илона погладила ему шматье. Ну будь человеком, ну погладь рубашку. Видимо, потому что он совсем безрукий идиот. Но тут ситуация резко меняется. Ведь к Илоне в гости намеревается приехать ее мать, которой она продолжает врать о своей беременности. Поэтому, как вы понимаете, уже Илоне что-то нужно в ответ получить. Поэтому теперь уже она лебезит перед Витей. В ее больной голове сложился не менее больной план. Она, дабы не волновать мать, решает продолжить ей врать, что, во-первых, они все еще вместе, то есть не в разводе, и, во-вторых, что она беременна. В чем заключается ее гениальный план, даже не пытайтесь понять. Ведь если сказать матери всю правду сразу, она явно будет нервничать меньше, чем когда узнает, что ее дочь в разводе и 9 месяцев обманывала ее насчет своей беременности. Вообще, когда предлагают наврать о беременности, а-ля такой хитрый план какой-нибудь, любой нормальный человек должен ответить. План говно, я не хочу в нем участвовать, я брезгую. Но так как Витя не совсем нормальный, да и не совсем человек, если так уж быть откровенным до конца, поэтому он, конечно же, соглашается. Единственное, о чем переживает Илона, это то, что Витя запорит легенду. Но он ее успокаивает, мол, нажрусь просто водки и будет все нормально. На что он не рассчитывал, так это то, что мать Илоны еще и родителям самому Витя все это расскажет. И вот они все вместе соберутся, ну, типа предстоящим молодым родителям сделать подарок, распродав свое имущество. Ты что-то важное детям хотел сказать? Можем такое дело детям. Мы тут с матерью покумекали и решили, трешку свою мы продадим, тебе однушку купим, а остальное вам на ипотеку. Ну, чтобы голова не болела. Правильно они говорят. Ради детей живем. Мы вот тоже решили, дачу продадим, а деньги вам. Витю такой поворот не устраивает, и он отправляется на беседу с Илоной в туалет. Илона, это край, надо признаваться. Давай еще подумаем. Давай, ты думай, я выйду скажу. Нет, подожди. Дай мне пройти. Что за детский сон? Дай пойду скажу. Тихо, ты, тихо, там все слышно. Моя любимая, зови скорее. В этот момент родители посидели и подумали, что они, конечно же, занимаются там сексом. Сильно обрадовались нашим предложением. А разве Илоне можно сейчас так сильно радоваться? Что-то когда я была беременна, ты таким вопросом не озадачивался. Не согрей. Да, гормоны. Ладно, все, обнимаю, пока. Капец! Они подумали, мы трахались в ванной. На этом серия подошла к концу. Первое, что хочется сделать после просмотра, это выйти на улицу и закричать. Закричать что-то подобное. Если ты есть Бог, сука, помоги! Отец мой небесный!
Но если серьезно, это очень странный, бессмысленный и абсолютно не смешной ни на долю сериал. К тому же он еще и максимально наигранный и неестественный. Но вообще, по сути, ребята с ТНТ сделали что-то по-настоящему уникальное. Они сделали сериал, который смотреть тяжелее, чем сериал «Саша Таня». Конечно же, очевидно, к чему все это идет. Семейная пара, которые разругались, но потом через какие-то трудности они будут перебираться, чтобы потом быть снова вместе. Это очень интересно, конечно же, нет. Но насчет юмора здесь стандартные схемы вообще вот этих сериалов от ТНТ, СТС и других. Шутки, которые строятся на недопонимании, какие-то заезженные тысячу раз гэги и все прочее. Смотреть этот сериал я вам, конечно же, не рекомендую. Зато рекомендую вам подписаться на мой основной телеграм-канал, там я веду а-ля свой личный блог, и на мой телеграм-канал, который называется StreamBunker, где только уведомления о началах стримов. Если вы на него подпишетесь, стримы вы никогда не пропустите, у нас там всегда весело. Стримы, кстати, проходят каждую неделю, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Ну и на YouTube-канал мой тоже подписывайтесь, здесь мы с вами тоже скоро услышимся. Ну и да, у меня есть еще и второй YouTube-канал, там тоже регулярно выходят видео на разные серьезные и важные темы. Можете тоже ознакомиться, кликнув по карточке на экране.